Ребятушки. Вы что, I had to win. Вообще, как бы мы как группа, мы все играем, ну, на инструментах девочки играют, просто сюда нельзя ходить с инструментом, поэтому мы сделали пластик. Все под минусовка, мы пришли с живым звуком, чтобы показаться. Спасибо большое. Я не хотел портить настроение перед тем, как вы вышли сюда, но вот в правилах конкурса это прописано, положение. Это прописано, что работается минус. Ну, такие условия не мы придумали, а Европейский вещательный союз. Если вы проходите, то вам придется делать так. Конечно, это... В общем, если пройдем, готовы вложиться в эти условия? Да, конечно, без проблем. Мы вообще приехали сюда, простые ребята, учитель и инженер. Строго Бобруйск. Как Кончиту только вышла, или вышла, и я увидела и сказала, что вот это победитель. Потому что Евровидение нужно шокировать, удивить. Неважно, особо профессионализм. I'm Людмила. And I'm Rocky. I want to read you my verse about old age. Положительные дети, внуки, родственники, но как бы помощника мне в моем творчестве или какого-то такого же, опять такого, чтобы рядом со мной также жил, таких нету ни в Косово, ни в Вацевичах, ни дома, как бы я одна. Интересно, зрителю будет интересно, потому что разнообразный материал. Мы сегодня просто исполняем песню безо всякого номера, у нас даже бэк-вокала нет с собой. Today it's allowed. This music is your obsession.
Просто говорят, что в Беларуси мертвый шоу-бизнес, поэтому появилась такая группа. Как музыкант я не думаю про шоу-бизнес. Я думаю про культуру, я думаю про музыкальных талантов. Я сразу чувствую, что здесь трудолюбивые... Вот есть такое слово? Есть. Трудолюбивые люди, они воспитанные, и люди понимают музыку. У нас есть танцы-зомби, есть музыканты-зомби, у нас много всего есть. Я моргнул, давайте еще раз фоткайте. Пошли. Вечер. Надеюсь, что кто бы ни прошел в Евровидение, чтобы это было артисты, которые по-настоящему показывают Беларусь.